как тренируется Бэтмен, он же Кристиан Бейл. Ты на канале Рахманов Фит, сохраняй и подписывайся. Актер или персонаж, который будет лидировать в комментариях, будет разобран следующим. Бейлу уже 48 лет. Для него каждый новый фильм – это очередное испытание для своего тела. Только подумайте, за год ему удавалось бросить 30 килограмм, а затем за несколько месяцев набрать 40. Кристиан твердо верит в пользу бега. Сам актер признавался, что бег или кардиотренировки помогают справляться с похмельем. Также Бейла выделяет еще и полное отсутствие страха перед жесткими тренировками. Программа тренировок у него состоит из силовых упражнений взрывного типа. Многосуставные упражнения для развития скорости движения и быстроты реакции. Эта система включала подъемы штанги с пола с фиксацией на плечах, подъемы штанги без фиксации, прыжки из приседа, взрывной жим лежа. Также Бейл является вегетарианцем, и он не употребляет мясо и птицу. Источниками белка выступали рыба, молочные продукты, яйца, а также протеиновые коктейли. Питался Бейл каждые 2-3 часа.